Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередной бой в режиме 2 на 2, карта Перевал Гурмуна. Для космодесантников играет Лёха, с ним в команде No Respect тоже за космодесантников. Противники: за Некронов играет Вирулэнс, за Тау играет Рука. Давайте смотреть. Так, Некрон тут отправил уже Скоробея, чтобы застроить центр турелями. Космодесантник. Будет отряд тактических космодесантников. Строители пока что бездействуют. Активная переписка вначале идет. А у No Respect командор. Тау, захват точек, и командир Тау на подходе. Некрон, а что застраивается генераторами? И космодесантники бегут в центр, в надежде захватить центр и удержать его. Но турель Некрона не дает этого сделать. Даже ключевую точку не может захватить. Надо пробежать через турель к Тау, пишет No Respect. Но тут Тау сам прибежал уже. Перестрелка двух героев. И командир Тау отступает. Призывает своего союзника No Respect атаковать Тау. Лёха вывел командора. Отряд НВшек от Некрона. Отряд воинов огня от империи Тау. И идет атака космодесантников. Пытается своим командором тут разрушить турель. Срочно надо ремонтировать корабеями. Но не успевает Некрон этого сделать. Да, теряет свою турель. Надо было сразу ремонтировать. Тут космодесантники No Respect вяжут воинов огня. ТК пытается помочь своим войскам. Но толпа космодесантников уже в центре. Спам космодесантников, и НВшки тоже решили отступить, отдать центр. Да, уже два отряда воинов огня. Потерял свою ловушку Таусит и правильно поставил. И в кавере стоит командор. Очень легко он перестреливает тут воинов огня. Третий отряд воинов огня на подходе. Наверное, лучше танковать командиром Тао. А воинов огня прикрывать пока что. До перехода в Т2. Но раз три отряда воинов огня, быстрого перехода в Т2, наверное, не будет. Тут уже навалились космодесантники. Бегут. Черепок есть. Ловушки уничтожаются. Командоры бегут вперед, чтобы повязать войска Тау. Некроны бегут на подмогу. Остановились они, чтобы уничтожить черепок космодесанта. Проблемы у Тау начинаются. И сброс свежевателей от Некрона. Свежеватели могут спасти тауситов. Повязать тут космодесантников. И лорд Некронов вяжет командора. И отступает Леха назад, No Respect. Тут остался один среди врагов. Ему надо тоже отступать к союзникам. С
изживателей. Два отряда на себя отвлекают, плюс командора еще. Пока Леха там разбирается с изживателями. Но респект начинает терять свои войска. Третий отряд космодесантников от Ноуреспекта. Центр все еще принадлежит Некрону. Так, ТК очень больно отхватил и погибает у Тау. Это огромная проблема. ТК много чего решал тут. Надо быть с ним очень аккуратным. Еще один отряд свежевателей. Будут приноситься жертву Некроном. Ну и проблемы у Тау продолжаются. Пытается Некрон помочь турелями. Тау потерял все свои войска практически. Остался всего лишь один воин огня, которого не обращают внимания, а его могут-то пополнить, как будут ресурсы. Я веспидов сделаю, пишет Тау. А ты их убивай, говорит. А чем Некрона убивать? У него тоже уже практически ничего нету. Веспиды, ну не знаю, они могут отвлечь, полететь на базу противнику и там заставить отступить. Ну, скорее всего, там выйдет новый отряд космодесантников, которые будут отвлекать на себя веспидов. Тут пока что у Тау огромные проблемы. Это улучшенная система пробуждения. Неужели антипех будет делаться? Оружейка у Лехи. Оружейка у Ноуреспекта. Да, начинает ломать генераторы. Правда, он сюда обилку запустил и ломает другой генератор, который просто отменил. Так, мины. Космодесантники все правильно делают, они атакуют Тау. Если бы они атаковали бы Некрона, тогда бы Тау очень сильно прикрывал бы его. Плюс в Т2 бы перешел бы еще. Просто настреливал бы. Так, тут первый дух. Так, улучшенная система пробуждения вот-вот будет достроена. Так, ломается экономика на базе у Ноуреспекта. Сюда бы один отряд просто вывести. Наверное, ресурсов не хватает. Видите, все на пополнение. Тут начинает захватывать точки у Тау. Ноуреспект. Ставь ЛП, пишет Вируленс. Так, подрываются веспиды на минах. Тут еще и пост прокачан, но этот веспид не погиб, хотел сказать. Сейчас погибнет. И вот он, антипех, уничтожители от Некрона. И космодесантники вынуждены отступать. Но Ноуреспект все еще находится на базе у Тау. Тут уже хозяйничает, смотрите, застраивает посты. Все дела. И начинает ломать главку у Тау. Ну, Тау пытается застроить тут новую базу. Казарму поставил строитель. Строители еще живы. И все потеряно. Надежда вся на Некрона. А тут Леха, смотрите, половину армии свою потерял. Веспиды пополнены. Они полетели теперь на базу Лехи. Ломать тут. Нужно посты. И невидимку бы сюда, да? Чтобы снимать. Так, и кого? Строители пытаются вывести. Рука.
Одного уничтожителя надо было Некрону отправить сюда, чтобы прогнать этих вот космодесантников. Так, вот они, уничтожители. А у Лёхи теперь проблемы. Он потерял все свои войска, вбухал все ресурсы на эту атаку, и теперь союзник его не прикрывает. Он уничтожил тут главку. А тут уничтожители разберутся. Ну, плюс войны огня, еще и командир Тау без присмотра остался. Утал. Ну, срочно отступай и расстреливай вот этих замедленных космодесантников. Ну, с чего ты уже половина хп у ТК нету. Неужели он так и погиб? Нет. Все-таки вспомнил про него рука. Продолжают выходить уничтожители у Некрона, да, он все грамотно сделал. Так, новая главка у Тау. Ключевые точки охваченные Некроном, три ключевые точки. Команда 1, космодесантники могут победить по контролю карты раньше, чем команда номер 2 по захвату ключевых точек. Так, и ракетные установки у космодесантников портят жизнь Некрону. Начинает он терять своих уничтожителей. Тут у командора молоток. Спрашивает Тау ресурсы у Некрона, спрашивает он влияние. Какое влияние у Некрона? У Некрона только зелень, только энергия. Так, начинает захват точек. Тау пытается вернуть свои точки. Все еще потеряно. Тут ракетные установки. Бессмертные у Некрона погибают. Так, засвет от лорда. Некрон пока что держится. Пытается отремонтировать свою технику. Духи вяжут, уничтожители обстреливают. Но космодесантников очень много. Не успевают всех повязать. Наверное, эти веспиды бы тут пригодились бы. Повязать, наверное, один отряд космодесантников с ракетными установками временно, пока уничтожители обстреливают. Уничтожители отступили. Так, второй монолит у Некрона. Так, сделаны новые духи, уничтожители отремонтированы. Т2 переходит Тау. Так, и уничтожители не могут пробиться, потому что тут стоит турель антитешный.
Всего это одна турель не дает напасть на его базу. Очередная атака от Некрона. Так, этих бессмертных срочно сюда, чтобы уничтожить эту турель. Они сюда идут, космодесантникам. Зачем? Так. Один уничтожитель был разбит. Космодесантники тут повязаны. Эти духами вяжутся, лордом. Капеллану. Но респекта. Ну, уничтожители отступили. Так, в астрале стоит один дух. И под обстрелом тут бессмертные стоят. Капеллан тут постоянно пытается их повязать еще. Зря он потратил, наверное. Надо было все-таки идти и ломать эту турель. И пытаться протоколоть базу Лехи этими бессмертными, чем вот так вот их отдавать. Пока Некрон сдерживает натиск космодесантников, пока что космодесантники не превозмогают. В это время Тау восстанавливается, уже есть техническая станция, и делается транспорт скат. Ему, наверное, надо клепать воинов огня, Тау. Просто расстрелять вот этих космодесантников. А Некрону танковать, вязать их, засвечивать серые вместе с библиарием у Лехи. Целая рота космодесантников пытаются изгнать ксеносов. Есть также БТР у космодесантников, но респекта. Так, ну в Т3 уже Некрон. Тут отверженные. Элитная пехота Некронов. Некрон спокойно тут течется. Духи. Все дела. Так, скаты. 30 секунд until take and hold victory. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И кто тут покидает? No respect покидает игру. Леха пока что стоит. И даже по захвату побеждают ксеносы. Десантники против ксеносов. Жаль, что они проиграли. Я обожаю играть за космодесантников. Не получилось. Не получилось, к сожалению. Некрон по армии набирает 700, рука 470, но респект 580, Леха 235. У Некрона убито 125, потеряно 82, уничтожено здание 5, потеряно 2. Рука убита 37, потеряно 39, уничтожено здание 10, потеряно 7. Космодесантник, no respect, убито 74, потеряно 84.
Уничтожено здание 7, потеряно 8. Леха убито 47, потеряно 78. Уничтожено здание 2, потеряно 7. Ну, пойдем по ресурсам. Как часто бывает, занимает Некрон. И самые технологичные, no respect. Спасибо, ребята, за просмотр. Не болейте, услышимся. Пока-пока.